Приветствую вас. Мне бы хотелось начать с того, чтобы спросить. Ну а дальше-то что? То есть, а хотите-то вы чего? Понимаете? Ну, нажаловались вы на своего бывшего молодого человека или мужа, уже точно не помню. А дальше-то что? Смотрите, я вам не ставлю в вину такое. Это было бы неправильно, конечно, вот. Но вы, по факту, заплатили мне уже почти 6 тысяч. По факту. Вы отклонили мое предложение работать с вами, ну, как бы, ВКонтакте. Вот. Вы не хотите, что ли, менять? Понимаете? Вы говорите, что я не хочу знакомиться, кого-то искать. И не надо. Не надо кого-то искать и кого-то знакомиться, вам нужно просто чем-то заниматься. По факту. Понимаете? Вы то, чего не хватает вам, пытаетесь получить от него. Ну, от своего молодого человека, от своего молодого человека, вот его отношения. Вы ждете все время, что он себя как-то проявит. Вот. Ждете постоянно. Но зачем? Потому что вам это нужно. Мне видится, что вам не хватает личной ответственности за себя. То есть вам не хватает вот этой позиции, что то, что я хочу, да, я добиваюсь сама. То, что мне нужно, я делаю сама. Также такое ощущение, что вы ребенка сами воспринимаете, ну, в качестве аргумента тоже. Вот. Мне так показал. То есть ребенок для вас это вот именно, знаете, такой повод для того, чтобы что-то предъявить своему молодому человеку. А ведь посмотрите на него, это живой человек. У меня нет ощущения, да, у меня не возникло ощущения, что вы воспринимаете его как, ну, как полноценную личность. То есть, как именно человека. Вот такое у меня ощущение возникло. Потому что, ну, ребенок маленький, да, ребенок маленький. Но и что того, что он маленький? Может быть, он и маленький, но он уже сейчас все чувствует. Знаете? Чувствует, что происходит, чувствует ваше состояние. Вот. Понимаете? А вы его обесцениваете, самого ребенка. То есть, ребенок это тот, кто зависит от вас на данный момент, сейчас. А вы ведете себя таким образом, как будто это не так.
Знаете? Вот. Тут вы ведете себя таким образом, как будто ребенок это, ну, просто вот некая вещь, которая сама по себе может развиваться. Вы пишете, вообще у меня, вы пишете, значит, что, как ни странно, у меня нет к нему зла и ненависти. Это хорошо, что нет зла и ненависти. Но в вашем случае зла и ненависти нет, потому, именно в вашем случае, зла и ненависти нет, потому, что вы надеетесь с ним отношения вернуть. Потому что за себя лично ответственность, брат, вы не хотите. И он вам чужой. Уже. Так, ну, значит, дальше вы пишете, вот знаете, все, что вы пишете, да, все, что вы пишете, это, по сути, игра психологическая. Психологическая игра, которая называется «Все из-за тебя». Понимаете? Вот. Еще есть игра перекидывания горячей картофелины. Тоже есть вот такая игра. Вот. Понимаете? Какая история. То есть это все перекладывание ответственности. На самом деле. На него. То есть с себя, да? Вы перекладываете ответственность на другого человека. Вы говорите, у меня чувство, что он хочет меня добить. Это позиция жертвы. Я уже почти 2 года не могу прийти в себя. И не придете в себя до тех пор, пока не будете брать и делать то, что нужно. Вам, например. То, что нужно хотя бы для ребенка. Подумайте, какая выгода от того, что вы не можете прийти в себя. Просто выгода. Вот она в чем выгода ваша? Дальше. У меня нет уверенности в себе, мне в себе не разобраться, что я хочу. Хотите вы одного? Безопасности. Безопасности и возможной нужности. Но этого, источники этого лежат в вас. Не в нем. В вас. То есть я бы хотел, чтобы текст был не про него, а про себя, про то, что вы хотите, про то, что вам нужно, про то, чего вы сейчас лишились, про то, для чего вы говорите искать мужчину другого. Вот об этом вести речь нужно. Вы говорите, я готова была к примирению, но оно не получается, потому что у него еще хватает наглости обвинить меня. Вы здесь лукавите. Потому что хоти вы по-настоящему примирение, да, вот именно примирение, как примирение, вы бы сами ему сказали, давай, как бы, помиримся. Но вы же этого не делаете ничего, нет? Потому что примирение вам, как таковое, не нужно. Именно примирение само по себе, примирение, как таковое, вам не нужно. Вас волнует другое. Вас волнует, скорее, то, что за этим примирением следует. Понимаете, какая история?
Поэтому тут вы лукавите, как мне видят. Дальше, ну тут вот вы опять жалуетесь на него, значит, зачем-то приводите цитаты из его письма, да, то есть, как бы, вот, что мне делать? Я еще питаю до сих пор какие-то иллюзии в отношении него. Иллюзии не возникают просто так, да, то есть иллюзии — это желание. Ваши желания необходимо реализовывать, потому что желания, они, как бы, ну, они имеют право на то, чтобы быть. Вот. Чего вы хотите? Необходимо подумать. Что вам нужно? Необходимо подумать. Чего вы желаете? Необходимо подумать. Да? То есть, ну, вы же не хотите быть с ним, потому что вы понимаете, что человек, как бы, не найдет. С ним вы быть не хотите, значит, вы хотите чего-то другого. Чего вы хотите? И вот за это свое желание нужно взять ответственность. Понимаете? За это ваше желание нужно взять ответственность на себя. И все. Но это разговор про вас. Это не разговор не про него, да? Вот. Отсюда все ваши претензии к нему, отсюда все ваши желания по отношению к нему, отсюда то вам иногда кажется, что вы все равно будете вместе, это все отсюда, потому что вам действительно это нужно, вот. Я думаю, что вы оказались в ситуации, когда слишком быстро, вот такое у меня ощущение возникло, слишком быстро вы стали мамой. То есть время. Для того, чтобы реально стать мамой, не пришло еще. Но вы хотите, как бы, чтобы сейчас это реализовывалось. То есть, чтобы реализовывали себя как маму. А сделать этого нельзя. Потому что вы не готовы быть мамой. И ответственность полностью за своего ребенка выбирать тоже не готовы сейчас. Потому что вы не удовлетворены сами, да? Вы за себя не отвечаете полностью. А вам еще нужно отвечать за ребенка. И это вас на вас давит. На вас давит. И это стимулирует вас к тому, чтобы вы пытались найти себе мужчину, ну, другого мужчину, который бы мог вам дать то, что вы хотите. Который бы мог компенсировать тот недостаток вашей личной ответственности, который бы мог вас спасти от позиции жертвы. Но из позиции жертвы можете выйти только вы сами. Как? Постепенно беря ответственность. Сперва полностью за себя. Только за себя. Ответственность только полностью за себя. Полностью. Полностью личная ответственность. Не за ребенка, потому что за него вы, повторю, не готовы брать ответственность еще. За себя. Обеспечьте себя всем необходимым в начале. Да? То есть за что вы здесь и сейчас готовы отвечать? Прямо здесь и прямо сейчас, за что вы готовы отвечать? Что вы готовы взять под свой контроль? Полный контроль. Вот. Понимаете? Вот это
Что-то вам нужно выяснить. Это то, что вам необходимо сделать сейчас. Понимаете? Перестать перекладывать ответственность с вашего мужчины на... Значит, то есть перекладывать ответственность себя на него. Вот. И все. По факту. Это то, что вам нужно сделать. И тогда у вас не будет нужды, не будет необходимости в том, чтобы человека, с одной стороны, обвинять в чем-либо, с другой стороны, обижаться, в-третьих, чтобы что-то ждать от него. Потому что, ну, как бы, да, а смысл, как бы, ждать. Да, то есть. Смысл ждать. Но он может сделать, может не сделать. А ребенку-то вам воспитывать. Поэтому и полагаться вам можно только на себя. А вы этого делать упорно не хотите. Почему? Из-за неправильной постановки цели. То есть вы думаете сразу о том, что ребенку нужно там хорошее воспитание, там так далее. Нет, и еще раз нет. Это не работает так. Работает немножко по-другому. А именно, работает это исключительно через постепенно взять ответственность. Через установку собственных правил, которые есть у вас. Понимаете? Правила нужны вам. Свои собственные правила, как со мной можно взаимодействовать. Как я взаимодействую с другими. Вот. Что я делаю для того, чтобы мое взаимодействие было таким, как я хочу. То есть, каким я считаю должно быть мое взаимодействие с людьми, вообще с людьми. Не с мужчинами только, с людьми. Да? Вот. Как я считаю, вот как я считаю, должно протекать мое взаимодействие с людьми. Понимаете? И вот в зависимости от того, как вы видите общение, да, ну, взаимодействие с собой, вам и нужно его выстраивать. По сути дел. И все. И добавок таких проблем не будет. Как, как сейчас у вас проблемы. Потому что то, что вы пишете, да, вот ваш текст, это текст ребенка. Это текст, по сути, маленькой девочки. Вот. Которая, знаете, не готова что-либо делать сама сейчас. На данный момент, да? А почему не готова? Потому что ресурсов нет. А чтобы ресурсы были, что нужно сделать? Силу свою проверять. А чтобы силу свою проверять, нужно начинать с малого. Нужно начинать с малого и просто нагружать себя, да, если вот ставить перед собой цели, которые реально выполнены, чтобы вновь чувствовать свою силу. Вот. Тогда вы же не делаете ничего. Самое интересное, что вы можете позволить себе, да, вот самое интересное, что вы можете себе позволить 2 года, да, ничего не делать. Ну, то есть, как бы не приходить в себя. Можете позволить себе. Вот.
Ну вы поймите, что никто за вас ваши проблемы не решит. Вот. Я уверен, что вы это знаете, уверен, что вы это слышали, но тем не менее. Никто не решит за вас эту проблему. Это ваша проблема. И вопрос здесь о том, чего вы хотите для дочери своей. Вот и все. То есть какая разница, что делает там Витя и так далее. Да какая разница, пусть что хочет, то и делает. Не важно это. Не важно, что делает он. Понимаете? Абсолютно. Абсолютно не важно, что он делает. Важно, что делаете вы. Он знает, что делает, вы нет. Ну вот. Вот вам, по сути, и как бы ответ на вопрос, что делать. Что я хочу для своей дочери, а что я хочу для себя, б. Или наоборот, что я хочу для себя, а что я хочу для своей дочери, б. Тут уже как вам лучше, ну, как вам удобнее здесь. Вот. И все. И в зависимости от этого вам нужно выстраивать свою модель уже поведения. Понимаете? А Витя ведет себя так, потому что он уверен, что вы никуда не денетесь, что вы по-прежнему ждете его, что по-прежнему как бы готовы его принять. Поэтому так себя ведет. Я уверен, начни вы действовать иначе, начни вы действовать по-другому как-то. Вот. И он, я уверен, изменит свое отношение к вам сразу. А пока что он просто пытается набить себе цену, пока что он пытается просто быть тем, кем он не является. Вот. Но это опять же его как бы выбор. Да, то есть ваша проблема в том, что вы по-прежнему считаете его ничтожным человеком. Вот. И отпускать его вам не выгодно. Вот. Я понимаю, что вы боитесь. Я прекрасно понимаю, что вы боитесь. Я прекрасно понимаю, что вам страшно. Я прекрасно понимаю. Но для того, чтобы не было страшно, не нужно ставить перед собой цели гигантские. Тогда изначально невыполнимые цели. Не нужно ставить перед собой таких целей. Потому что если вы ставите перед собой цели невыполнимые, то это означает, что вы специально их ставите, чтобы не выполнять, и чтобы в итоге жаловаться. Вот. Ну и про игру почитайте, о которой я сказал. Ну, то есть вот психологическая игра, все из-за тебя. Это. И если вам что-то нужно, например, там алименты, да, там что-то еще, да, рыночные отношения. Да, рыночные отношения. И это правильно. Потому что защита своего состояния, забота о безопасности себя и ребенка, это первостепенная задача. И это абсолютно нормально, что вы этого хотите. Вот. А мужчина, он просто манипулирует. Он просто манипулирует. Ну вот. Тем, что знает, что вы не уверены в себе. Ибо, например, другая женщина, она на вашем месте сказала бы что-то типа, что да, это коммерческие отношения, и я, то есть, рыночные отношения, но ты сам этого захотел. Это объективно, да? Ты же все подал. И все, понимаете? А вы как бы, ну, у вас история такая, что вы как бы покупаете на его вот манипуляцию. Вот.
А чтобы не покупаться на манипуляцию, мыслите в категории выгоды, да? То есть, кому что выгодно. Вот ему выгодно это, мне выгодно то, и все. И проблем в таком случае не будет. То есть, может быть, конечно, может быть, с определенными проблемами вы столкнетесь, может быть. Но, по крайней мере, для вас ситуация будет более понятна. И манипулировать собой вы уже не позволите. Вот так. Все зависит от вас, на самом деле. То есть, до тех пор, пока выгодно вам, да, до тех пор, пока вам выгодно, делать вот так, то есть быть в шоке, да, не приходить там в себя и так далее, ну, так все будет, пока вам выгодно, пока вы получаете от этого выгоду, безопасно. Еще раз хотел бы заострить на это внимание. Грамотная постановка целей. Это то, что необходимо. Грамотная постановка целей нужна вам для того, чтобы адекватно вести свою линию жизни. Понимаете? Цель кого-то искать, да, неадекватно. Потому что ребенок, да, сейчас он, может быть, легче примет, там, мужчину, но ориентироваться здесь нужно не на ребенка, а на себя. Это на вас. Если вы сейчас, например, не готовы, а вы не готовы, потому что вам нужно почувствовать свою силу, то, соответственно, и об отношениях речи никакой не идет. Ну, не может идти речь об, не может идти речь об отношениях сейчас, в данный момент. А ваше желание найти кого-то, да, связано с тем, о чем я говорил раньше, ну, до этого. Вот и вот так. Ну, вот так примерно можно ответить вам на ваш текст. Надеюсь, что это было полезно. Специально не затягивал, вот, специально сделал попроще. Вот. Надеюсь, что это было лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.